Всем привет! Вы на канале Прелесть 3.4 Рус. Сегодня я с вами прохожу игру проект RG, 4 уровень. Игра называется, уровень называется Бог. Вот, игра называется Бог, так как мне надо будет прикрывать дружеские войска. Да, это очень забавно получилось, ну ладно. Так, у нас с вами времени не очень много. Вон он. Защищать их надо долго, быстро, потому что они ружак... хотел сказать. Они рукожопы, я же заговариваюсь. Вот, так как они рукожопы, их 6 человек, и они не могут справиться с заданием. Я одна вечно справляюсь, у меня первые 3 уровня, ничего же. А эти не могут справиться. Я их прикрываю, да, я их прикрываю. Стараюсь быстро... Так, нам надо спасти бизнесмена, точнее, вытащить бизнесмена 45 лет. Прибоя, семья контролирует ряд экспортных компаний, там на-на-на-на и все остальное. Я читать это сейчас не буду, потому что мне все надо очень быстро делать. Когда я сама играю, мне как-то проще. А тут надо защищать немощных, не умеющих просто-напросто стрелять. Им, наверное, у них один удар, и они просто трупы уже. Вот. И, естественно, тут уже, когда начинаешь игру проходить, ты уже даже уже понимаешь, где, откуда, что и кто должен прийти просто-напросто. Тут же все идет по времени, по таймингам получается. То есть. Этого они убьют. Ну все равно они какие-то вообще растыки, блин. Вообще мы могли бы как бы попроще всех. Просто 6 человек не могут справиться. Ну это что вот такое? Аккуратно надо. Они идут, блин, без всякого прикрытия, без всякого этого. Я надеюсь, в этот раз все нормально будет. Это у меня тогда я записала, и у меня что-то с голосом было. Точнее, не с голосом, а что-то с микрофоном. Я даже не знаю. Ух ты, одним ударом двоих. Крутяк! Ты что прыгаешь? Опять ранены? Да вы что, блин, вы растыки, что ли? Вас 6 человек, вы не можете справиться. Как так? Осталось 4. Еще есть кто? Ребята, ну... Пожалуйста, только не помирайте. Потому что я не хочу опять этот уровень проходить.
Есть, молодцы. Вы мои хорошие, давайте, 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 мои зайчики, давайте, мы выиграем. Ребята, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Те, кто болел за меня, этот уровень очень был сложный, потому что это очень сложно и сосредотачиваться, и играть. Вот, мы наконец-то забрали Иосифа Прибоя, и будет следующий уровень. Мы бог. Всё, спасибо за просмотр.